Мы все эти годы, не пропуская ни одного года, всегда приходим сюда, чтобы почтить память легендарной личности, слова которого стали гимном крымско-татарского народа. Он в 33 года для своего народа, как ярко горящий факел, смог сделать все в те бурные, очень сложные годы, не пощадя ни своей жизни, ни своего здоровья. Вечная память людям. Он не погиб. Он у Всевышнего Аллаха. А наш долг и помнить, чтить и брать пример с таких личностей, и правильно воспитывать своих детей.